В преддверии Дня медицинского работника в рамках всероссийской акции «Мы вместе» региональный штаб Общероссийского народного фронта, благотворительный фонд «Рождественская звезда», Российский Красный Крест, а также спонсоры вручили врачам Щелковской областной больницы приятные подарки. Книги детские для детей сотрудников. Это подарочное издание, шикарная книга, вы сами видели. Они передали почти 500 штук этих книг на Красный корпус, на все поликлиники и больницы. Помимо книг, врачам также передали более 20 наборов средств личной гигиены. Специалисты благодарны за оказанное им внимание. Во время борьбы с коронавирусной инфекцией медикам важна и нужна любая поддержка. Ведь так появляется стимул работать с большим рвением. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто помогает. В преддверии Дня медицинского работника это особенно приятно. Вот и сегодня как бы коллеги оказали нам помощь. К всероссийской акции «Мы вместе» может присоединиться любой желающий. Оказать посильную помощь пожилым и маломобильным людям, а также медикам и просто тем, кому она необходима, может абсолютно любой человек, став волонтером. Для этого заполните анкету на сайте мывместе.рф. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.